Блэк Бакарди, твоя мама в моей кровати. Надо ходить просто искать всякие фармом, короче, заниматься. Фармить мобов, блин, а потом уже идти туда выполнять задания. Короче, мир исследовать, фармиться, собирать все. А не добивать моба сразу с пустыми руками. Что такое парировать? Как это парировать? Бить в ответ, что ли? Что значит парировать? Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Pre-Fire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый. Переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй. Выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт. Выигрываешь и забираешь скины. Играть в Pre-Fire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не золотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день. И точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Нормально, нормально. Да я во всех играх так и играю. Типа, надо сначала понять, как играть, а потом играю. Сейчас я хочу того здорового забрать, который быканул на меня. Рыцаря, у того рыцаря. Блять, увидел, девочка. Мне нужны данжи подземные. Thank you.
Может тебе помочь на боссе? Братишка, да нет, я хочу сам, я сам справлюсь, просто мне нужно чуть-чуть прокачать, ну, силы и оружие подточить надо. Чуть-чуть не хватает, прям децела. О, это Мамед Кью идет. Уёбок, да сука! Да нет, ну смысл было птить, я только проебал все души. Он изичный, да, но мне хотя бы одна банка бы была, мне хп просто не было. Мамед Кью. Узри мою силу пенисную. Да иди на. Ебать, Мамедка. Ты чё, Мамедка? Сука. Мамед Кью. Девчонки, посоветуйте хайлайтер для глаз. Жизнь скоро. А ты просто прикалываешься. А я реально думаю, что ты долбоёб, а ты же ты просто красава. На изи тупо чела отработал просто. Как я могу сразу качаться? Я же должен телепортнуться отсюда, уехать, да? Из пещеры, чтобы я мог телепортнуться. Правильно же? Я убил только что первого босса в игре. Да, мне там 100 тысяч обещали, пожалуйста. Ну-ка. Я могу усилить свое мощное оружие. Усилить армейский двуручник? Да. И все, да? Это все, что я могу. Ну ладно. Я буду осуществлять перемещение. Раз-два полиделка. Женская дробилка. Мне нужно дохуя прокачки. Такое предложение. Я приезжаю к тебе, прохожу нормально Elden Ring. Ты рядом сидишь, комментишь, как типа ты клёво играешь. Зяблы довольны 30%. Шо? Меня такое не интересует и не привлекает. Я сам добиваюсь своих успехов по жизни без помощи других. На чужом горбу счастья не построишь, понимаешь? Я сам добиваюсь успехов только, ну, только за счет своих собственных сил. Единственное, что тут лучше, чем смути, это, по сути, наверное, прыжки тут есть. Все. Все остальное просто банальщина. Чувак, прикинь, да. А ведь кто-то реально до сих пор верит в то, что ты чмо, которое любит на мотоблоках ПО деревни гонять. Аха. Жесть. Прикинь, реально кто-то верит, что тебе колхозы нравятся? Жесть. Ебали, ты молодец, свинка, что смирился, что секс от женщин тебе больше не светит. Твой максимум — это пихать твою пилку себе в очко. Блядь, и любоваться, погиб. Как я красива и будь с рокером. Жизнь, Денис Ильинка, прекрасна. Я погиб. Сука, погиб персонаж. Лёд там, сука, стоит какая-то. Видишь, он здоровяк. А, ну там вода, если в воду прыгну, ничего не будет, по идее, да?
Ты не воришка снов, а Валера Вордонатов в законе игры ему скидываешь, он даже не запускает. Блядь. Ни разу боишься секушки, да, ванну как страшил. Блять, список я погиб. VR игр скинул, как я и погиб. Не посмотрел трейлер. Сука, чел, погиб. А? Блять, он ебнутый, он упал опять. Ля, лети домой. Ебать, он, блять. Да ты шо, сука, дура. Наконец-то смотрим на нормальную смуту после обновлений. Конь может делать прыгу-прыгу, и теперь есть нормальный открытый-закрытый мир. Донести ты письмо уже? Сейчас, да, мне пацаны наебали, сказал, прыгай, там типа вода не разобьется, там воды-то по щиколотку. Наебали, сука, всегда, блядь, да. Извините. Привет, Ильяс. Вот этих типа отработать? Хули их отрабатывать, а не по пуске. Чё, женщина? Блять, лоха скинули. Тихо. Итак, внимание, ансабы напали. Заткнись, блядь. Хай, шляпа ложка. Сука. Изи. Ай-я-я-я. Нормально, да? Вот это нормально фиданул челом. А, нет, не нормально. Чуть-чутку. Кстати, я вот смотрю, не пойму, тут мир больше или меньше, чем в смуте? По-моему, плюс-минус такой же, да, типа небольшой. Но зато открытый тоже. Ну, не то чтобы тут красивее. Нет, тут просто больше скал всяких. А так, типа, хуй-то. А, это бугай. Не, могу его попустить, типа. Но есть ли в этом смысл, бля? Я смотрю на него как-то говно и думаю, завалить кизяка. Давай попробую отработать женщину. Похуй, у тебя же помимо Варвара еще есть там. Ага. Не переживай за лошадь поэтому. Да. Сука. Там хорошо дерется, сука. У, сука. Я его сейчас развалю. Сука. Че ты, сука? А, ты еще дерешься, сука? Жидкий, блядь. А, не пасим. Ох, ебать, порвал. Ох, ебать, утоптыш. Вау! Вау! Блять! Ёптваный рот! Сука!
не понял, ебать. В чем прикол? Вон она, сука, женщина. Ладно, похуй все равно. Смысл поубивать, если у меня нет, ну, типа, никакой брони не выпадет. Это же брат. О, третий храм Марики. Отличный бойкот. Бойкотируй меня. Все дороги идут сюда. Значит, это финальная. Маметкию. О, вот это стоит до хера. Валер, это, конечно, прекрасно, что ты получаешь удовольствие от геймплея. Но скажи, пожалуйста, что ты уже три, сука, часа делаешь в этой игре. Исследуешь открытый мир. Ну да, исследую и пытаюсь найти то, что мне надо. Как бы я изучаю этот мир, да, и должен как бы... освоиться, в принципе, привыкнуть к управлению, что называется, привыкнуть к аппарату. Понимаешь, о чем я? Если вы не понимаете, типа, смысла игры, я вам постараюсь объяснить. Тут нужно просто бегать и собирать. Собирать и убивать, и просто убивать. Все, здесь игра сейчас в том, чтобы бегать и собирать всякие банки, там, склянки, потом просто улучшать оружие, а просто улучшить персонажа и убить босса. Все, это весь смысл. Тут какие-то звуки странные. Наверное, сейчас босс какой-то будет. Но я его попущу, наверное. Почему брал випку сына, да? Убил. Сел. Сука, сел ты, вонючий поле. Я Валера Буравьедов. Ля, Лаки. Пизда кролику. Да ебать! Сука, ну что за бред? Река Стифлера. Как говорится, женщина после секса уже не хищник. И мужчина после секса уже не хищник. Чё, блядь, ты? Заткнись. Собачья отрыжка всегда... воняет лучше, чем отрыжка женщины. О-о-о! Кайф. Что ты, петух? Не понял. Ебать. Чё? Куда я дел енота, многие спрашивают. Я скажу, как есть, пацаны и девчонки. Я поменял енота на VR-очки. Да, да. Ой, ебать. Ебать. Ебать ты, крыса, суля. Видели, сука, тварь эту? Крыса ебаная. Отличный бойкот. Получается, сан Элден Ринга считается. В эту ладно, игру даже собака хуй не сунет. Ебать да. Мои колеса! Пушистый хвост енота. Я сын объебоса. Да. Пушистый хвост енота. Да. Пушистый хвост енота. Да. У чела 12 уровень, и он гулэк. Ба-ба-ба-ба-ба-я.